У нас Бонька нахулиганила. Да, она отгрызла вилку. А теперь надо застегнуть. Все, пока. Привет! Всем привет! Всем привет! Девчонки пришли со школы. А Боня у нас тут красавица. Только знаешь что? Вот этот костюмчик розовый, он очень маленький, хотя один и тот же размер. Какой размер? Вот этот. А что это за? Смотрите, ребят, мы купили костюмчики для Бони. Вот, я купила два одинаковых. Вот эти вот костюмчики, у них размер одинаковый. Вот поэтому я вот, мне тоже интересно. Вот это S. Это тоже S. Вот посмотрите, какой большой. Это такой миленький. А это такой вот утенок. Мы вот это уже померили. Вот это классно вообще смотрится. Как раз на улицу будет прохладненько, когда холодно. Вот это вообще... Да, есть для вот этого, для ошейничка, для поводка. А вот этот вообще маленький, я не поняла, почему он маленький, хотя размер один и тот же. Конечно, вообще не налазит, даже не натягивается. Это вообще на вот этих чихуахуа маленький, видишь же? Мама, как дела? Фу, давай, почему ты это не наделась? Я уже надела, сняла, жарко ей. Только что сняла. Потом наденем, посмотрим. Каролина, а это что? Ее лапа. Это просто так дома ходить. Написала тест? Да. Как написала? Нормально? Только да. Что. Меня да? Отпустили. А другие там еще сидят, решают. Ты все сделала быстрее, да. Что ли? Угу. Да. Завтра последний день и каникулы. Да, Банюсь. Каникулы. Каникулы. Такая миленькая зацепка. Ага. Только а это такая зимой. Нет, голова пушистая, потом так вот ничего нету, гладкое все. Как львеночек. Ты как львеночек, Бонь. Вот это вообще прикольно. Все говорят, что она как мишка. Ну а вот сейчас как львеночек. Что у нее как будто грива вот эта. Максимально. Вот это классный костюмчик. Потом померим, покажем вам, ребят. Очень классно. Моим нашу Боню. Мы можем с ней на фаснах прийти. Да она там испугается такой музыки. Сколько там тун-тун-тун-тун-тун. Так, теперь мы надеваем. Надевай лапки. Носи вот эти вот лапки. Потерпи чуть-чуть. Ой, ты будешь красотка. Ой, колокольчик. Другую лапку. А теперь надо застегнуть. Что ты ржешь? Не рычи, зая, не рычи, не рычи. Я знаю. Что ты думаешь? Люди, вы что делаете? Я же собака, вы что? Мой зайчик. Надень ей капюшон. Бонни! Какая прелесть! Лапка застряла! Ты капюшончик-то убери! Капюшончику да, вот так, чтобы он ей... Потому что он слишком лицо ей закрывает, мордочку. Что, ей нормально, прикольно. Зато тепло будет. О, куда пошла? Это тоже одна? Так вот, да. Давай, снимай. Ау! Бонь, что снимай, давай, снимай, все. Жажарилась, да, жажарилась. Она жарилась и жажарилась, да, Бонь? Все, оставайся вот с этими уточками. Ой, наконец. А мы сидим, смотрим мультик Рапунцель. Кому нравится этот мультик, ставьте лайк. Я не. Мой любимый Дисней персонаж это Ариэль. А второй любимый это... Мы уже сколько раз этот мультик смотрим? Только на испанском, да? Да. На русском нет. Мы на испанском смотрим. Ну это этот. Что-то нам так скучно. Программа. Погода плохая.
на улице не погуляешь. Завтра хорошая погодка будет. Боня у нас там спряталась под диваном. Пончик, смотри, Боня. Да, она там видно. Да. Ее футболочку видно. Спряталась за диванчиком и там спит спокойно. Там ей хорошо, прохладненько. Ребят, мы хотели снимать видео в лайв, но у нас проблемка. У нас Бонька, она хулиганила. Да, она отгрызла вилку. Так что теперь лампа не работает. А без лампы освещение не очень. Да? Это Бонни скучно было ночью, у нее была бессонница. Ну, мы обычно вот так все равно вот так вот заматываем, как бы. Но, видимо, кусочек как раз так, вот туда висел кусочек, и она дотянулась и прям вот возле вилки отгрызла. Поэтому нам нужно теперь, чтобы папа отремонтировал. Да. А это еще можно отремонтировать? Кики там спит. Я думаю, что можно, конечно, там просто нужно... изолентой, ну, соединить провода, изолентой замотать и все. Папа сказал, сделает. Бонни. Бонни, сидеть. Бонни, Бонни. Мам. А, она хочет у этого с единорогом поиграть. Давай, 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 давай. Обра. Танцуй, Бончик. Ну, Макс, нет, пожалуйста, ну отстань. Вы себе рюкзаки собрали на завтра? Здесь? Еще нет, сидеть. Так, лежать. Где мой пончик? Так куда вы завтра идете? Ты куда идешь? В лес? Наверх. Ага. Наверх. А что вы там будете делать? Просто гулять будете? А, костер, пикник? Покушать много надо взять. В общем, завтра девчонки пойдут. На целый день? Ну как на целый день придут? Где-то часа в 3-4 придете, да? В 4. В 4? Ну вот утром уйдут, 8 часов уйдут и придут часа в 4. С собой вот. Они возьмут кушать. Пикник. У них всегда в последний день перед каникулами. У них вот такой поход, они ходят куда-то. Ты мне будешь оценочку показывать? Yes. Давай, давай, показывай нам. Well, a lot of tests. По какому? Сейчас учись. Посмотрим, как ты учишься. Ага. Yes. А нам тут скучно, и девчонки сидят трансляцию, смотрят в лайки. Yes. Опять. Кого смотрите? Давай, нам надо отправлять. Отправлять. Это кто? Она. Это Машако и Олечка. Угу. И что потом будет за эту битву? Ничего? Не знаю, не получилось. Ребята, ну вот она теперь выигрывает. Давай, 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 давай. Ребята, поддержите меня, пожалуйста. Оля уже выиграла. Поддержите меня. Сделайте так, чтобы я выиграла. Это когда подарки отправляешь, тогда у них больше баллов? Да. Скоро увидимся в Питере. Да. Да. Да я. А как она получается? Ей они соединили трансляцию, да. Что ли? Да. Свою, я каждую. Просто знаешь, я в Германии. Понятно. Ты у нас швейцарка? А, Бонни. Ребят, смотрите, представляете? Бонни за неделю получила швейцарский паспорт. А мы здесь живем уже 6-й год, и у нас нет еще. Это разве справедливо? Ее звали раньше Скай. Но мы переименовали вот здесь. Это у нее с этими, с прививочками. Знаешь, какого числа она родилась? Ей уже было 3 месяца недавно. Она родилась 22.06. Теперь у нас Бонни может путешествовать вместе с нами. За границу выезжать. Да. А тут потом у нее стамп будут. Да, если она будет выезжать. Если она будет выезжать вместе с нами, то ей ее спокойно будут пропускать. Такие вот дела. А когда мы, например, на самолете полетим? Ну, если мы, да, ей можно куда будет. Куда ее потом будут? Специальная клетка. Но если она маленькая, я даже не знаю, может быть, с собой. Потому что она же маленькая. А больших собак обычно там, где багаж. А маленьких я не знаю. Но у нее тоже должна быть клетка своя, либо сумка, не знаю, либо что-то такое, да. Не знаю, как маленьких перевозят. Вот, поэтому так что она у нас была Скай. А теперь у нас она Бонни. Бошти.
Сделай свой бауштель, как ты делаешь. Бауштель! Ты, блин. На. Спасибо. На здоровье. Это моя бабушка. Бауштель! Вы перед сном... Вот эти дети перед сном почему-то с ума сходят, понять не могу, почему. Ну ты так, Аня, блин. Ой, привет, Бунчик. Все, девчонки, я свет выключаю. Мама, это свое одеяло. Угу. Это вот Ваня записочка, когда она хочет писать. Недавно говорили. Ей нужно корм насыпать. Мама. Бунки не нравится. Запах лаком, конечно, кому нравится. Нет. Подожди, она смотри, что она делает. Ой. Что это такое? Что с ней? Она после лака, что ли, так? Вот этот вот сумасшедший дом надо успокаивать. Все, всем пока. И вот тоже сумасшедший дом. Давай, все. Все, пока. Голова отлетит. Все, всем пока, спокойной ночи. Пока. Ой, дурдом какой-то.